Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является главной площадкой, на которой любой молодой человек и команда могут представить и защитить свой проект, найти единомышленников для реализации, получить общественную и государственную поддержку. У нас один из лозунгов форума «Реализуй свою идею». То есть не обязательно приходить на форум уже с готовым проектом, который уже начал реализоваться. Можно достаточно иметь только идею на стадии, просто записанную на бумаге, и благодаря нашему обучению, которое у нас проходит, вы уже можете написать целый проект и защитить его перед экспертами. Всего представлено 9 тематических площадок, и каждый может выбрать ту подходящую тему для реализации своих проектов. Регистрация на 7-й республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» открыта до 20 февраля этого года. Далее проходит заочный этап. Эксперты по каждой площадке выбирают лучшие проекты, которые проходят на очный этап. Он представляет из себя защиту в течение 5 минут. Работы, которые не прошли финальный этап, получают экспертную оценку дальнейшей реализации проекта. Финалисты же представляют свои работы на 3-дневной выставке в IT-парке в апреле. На самом деле новые идеи берутся у всех ежедневно, каждый день, просто кто-то их развивает и думает о них, а кто-то идея появилась и забыли. А на самом деле будущее вот молодежи как раз-таки именно в тех людях, которым идеи приходят в голову, и они продолжают о них думать и уже в конце развивают. Идеи приходят к нам каждый день, и они очень простые на самом деле, просто нужно понять, что именно эта идея сейчас взорвется и просто улучшит этот мир. Форум реализуется Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан совместно с региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов Республики Татарстан и региональной общественной организацией Академия творческой молодежи Республики с 2010 года. Представителем оргкомитета форума является премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Финалист 6-го республиканского молодежного форума Андрей Гетманский в соавторстве с Маргаритой Дмитренко разработали свой уникальный проект – робот для прокладки кабелей по кабельным лоткам. Проблема была обозначена одним из инженеров компании, которая занимается прокладкой кабелей. А проблема в том, что зачастую кабельные лотки закрыты фальшпотолком, и чтобы проложить там кабель, надо каждые 2-3 метра подниматься со стремянкой и разбирать этот потолок. В первую очередь я получил поддержку от профильных министерств, и во вторую очередь я познакомился с активными студентами Татарстана, которые тоже помогли мне в неком роде развивать проект, давая обратную связь и давая какие-то советы. Как признался Андрей, он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует развиваться в направлении робототехники. Придумывать новые проекты или создать свой бизнес покажет время. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.